Работы в этом ресторане сегодня много. Кроме заказов от посетителей, у поваров важная задача – приготовить обеды для иркутских врачей. Это суп, горячее, десерт. Каждый день новое блюдо. Мы стараемся разнообразить это все. На данный момент сегодня это будет грибная похлебка, бифштекс из телятины и капуста тушеная вместе с лойкой здесь на десерт. Мы все к этому очень, так скажем, трепетно относимся, действительно, очень переживаем за это все, ну и как бы помогаем нашим врачам. У них сейчас тоже тяжелое время, как бы, поэтому все прекрасно понимают. Поддержать врачей горячими обедами и бутилированной водой – инициатива иркутских предпринимателей. По словам Виктора Бронштейна, у многих врачей сейчас нет времени даже на прием пищи. Не то, что на ее приготовление. Больницы перегружены, врачи фактически на передовой. Обеспечить медперсонал готовой едой – меньшее, что могут сделать бизнесмены, считает Виктор Бронштейн. Он призывает к помощи, ведь условия сложные для всех – кто лечится и кто лечит. И на больничной койке может оказаться каждый. Сегодня Виктор Бронштейн озвучил свою гражданскую позицию нашему телеканалу. Прежде всего, мне хочется поблагодарить наших дорогих медиков за то, что они как на фронте в настоящее время, во многих местах 30% не хватает медперсонала на бюллетне, но остальные взяли на себя нагрузку и день и ночь пашут, спасая наших граждан, наших дорогих иркутян. И я считаю, что святой долг нас всех в настоящий момент, тем, кто на фронте, помогать. Как раньше говорили, все для победы. Но, к сожалению, не все предприниматели откликаются. Мне хочется поблагодарить Михаила Сигала. Он без всяких напутствий взялся и ежедневно ресторан «Мюнхен» делает от его имени более 80 горячих обедов нашим дорогим врачам, медикам. Вячеслав Заяц, сесть Слата, тоже впрягся в эту работу. Багира, Винограды, галерея современного искусства. Тоже в настоящий момент ежедневно возим. И в общей сложности более 200 обедов. Но это меньше половины медперсонала Иркутска. На сегодняшний день обеспечено горячими обедами. Это первое, что нужно для наших врачей, медсестер и прочего персонала в горячих зонах, в этих красных зонах. Для того, чтобы с отдачей работать. К сожалению, кухни в больницах перегружены, больных больше, и они не успевают готовить. Больных надо кормить, а врачи когда-то домой уйдут, поэтому просто не успевают. И я считаю, что каждый предприниматель и каждый депутат должны почувствовать себя, что сейчас выборы, и они избираются, уж если по-другому не действуют, и помогать от души нашим родным медикам. Тем более, что границы закрыты, и ни одна семья, ни один коллектив практически не минует их помощи. Именно в Иркутске. Убегать от коронавируса не получается, и независимо от занимаемых должностей, лечатся в Иркутске, не за границей. Никого это практически не минует, во всяком случае, ни одну семью, ни один коллектив. И просьба откликнуться. Я, откровенно говоря, думал, что придется отбиваться, что много желающих будет сейчас помогать. Но, увы, звонков немного, и даже те, кто обещали, пока чего-то ждут. А в это время наши медики испытывают нужду в самом необходимом. И в горячих обедах, и больные больниц испытывают нужду даже в воде. Поэтому еще раз призываю, засучили рукава и как на войне помогаем всем. Помогать действительно нужно. В красной зоне сейчас работает больше 500 медиков, но горячими обедами пока могут обеспечить только 200 человек. Поэтому важно, чтобы к делу присоединились все, кто может помочь. И та нагрузка, которая падает на плечи каждого медицинского работника, она несоизмерима вообще с человеческими возможностями, поверьте. И вот та поддержка и то внимание, которое оказывают предприниматели медикам, то, что о них не забыли, а то, что их благодарят, о них помнят, поверьте, это очень важно. Но те, кто может помочь, мы искренне им благодарны за помощь, за поддержку и за внимание к тем, кто сегодня действительно на передовой. Эти горячие обеды и воду уже доставили в больницы. Врачи благодарны, а предприниматели вместе с Виктором Бронштейном не собираются останавливаться. Они продолжат поддерживать медиков, пока нужна помощь. Захар Семенов, Павел Рютин, АСТВ.